Свел счеты с жизнью из-за проблем с работой. Во Владимире проводится доследственная проверка по факту гибели мужчины. Утром 22 января, по словам очевидцев, в соцсетях под окнами дома на Нижней Дуброве нашли мужчину в домашней одежде и без обуви. На одном из балконов 5-го этажа было открыто окно. Медики констатировали смерть. Как пояснили в Следственном комитете, погибший оказался 48-летний местный житель. Соседи характеризуют его семью как благополучную. У мужчины двое детей. Старший ребенок в силу возраста уже жил отдельно. По предварительным данным, мужчина был в депрессии. В октябре прошлого года он потерял работу. Трудился в сфере транспортных перевозок, но найти новое место не удалось. В семье его поддерживали, однако отвлечься от переживаний у погибшего не получалось. Накануне трагедии, по словам близких, отец семейства был особенно неразговорчив и замкнут. Трагедия случилась, когда жена ушла на работу, а дочь на учебу. Мы исходим в первую очередь из того, что криминального характера смерти не выявлено. Осмотрена и квартира, где проживал мужчина, порядок не нарушен. Отсюда мы все-таки делаем вывод, пока предварительный, что это личное решение человека о добровольном уходе из жизни. Такая трагедия, которая произошла сегодня утром, наверное, одна из немногих. Потому что, как правило, вот такие случаи происходят на фоне злоупотребления спиртными напитками. В данном случае вот мужчина совершенно адекватный с точки зрения отношения к алкоголю и к семейному благополучию.